Дорогие коллеги, меня зовут Машкова Ольга, я психолог, когнитивно-поведенческий терапевт, руководитель отделения и преподаватель в Ассоциации когнитивно-поведенческой терапии. Я приглашаю вас на наши тематические тренинги ТЭТИНы, посвященные самым важным техникам терапии тревожных расстройств. Тревога – это одна из самых древних и сильных эмоций, которые испытывает человек. Обращений с тревожными расстройствами чрезвычайно много в практике психолога и психотерапевта. Это один из самых востребованных запросов. И последние мировые события приводят к тому, что таких обращений становится все больше и больше. На наших тематических тренингах ТЭТИНа мы рассмотрим и попрактикуем самые важные, самые эффективные техники при работе с тревожными расстройствами. Это диагностика и концептуализация, работа с ценностями, анализ рисков и ресурсов, техники осознанности и релаксации и, конечно, планирование и проведение экспозиции. Я приглашаю вас записаться на ТЭТИН КПТ тревожных расстройств. Спасибо большое за внимание.